Казанский университет обсудил перспективы сотрудничества с представителями компании IPR Media. У Казанского федерального университета есть очень интересные свои проекты по русскому как иностранному. Ученик IT-лицея Казанского университета представил свой научный проект на конкурсе изобретателей Кулибина 21 века. 7 детишек у нас поедут в июле защищать нашу республику именно в Госдуму. В преддверии Дня Чувашской республики Казанский университет решил поделиться своей коллекцией фронтовых писем времен Первой мировой войны. Нужно сказать, что большинство писем было собрано с конвертами, и на них были указаны конкретные адреса и имена получателей. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Ариадна Кулушева. В Казанском университете состоялся семинар THE по изменению методики ранжирования вузов, участвующих в программе «Приоритет-2030». В мероприятии принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. В Казанский университет с рабочим визитом приехала делегация компании IPR Media. Представитель компании предложила идеи для будущей совместной работы с Казанским университетом. Все подробности далее. В рамках встречи Наталья Иванова предложила инициативу «Трансфер знаний». Это ряд мероприятий по стимулированию создания нового контента учебных пособий. Даем возможность преподавателям участвовать с работами ненаписанными. То есть мы смотрим, какие дисциплины, над чем работает университет, где та самая прорывная составляющая и где силы университета, в каких направлениях. И дальше уже работаем совместно. То есть вот здесь центр трансфера, руководство университета это курирует, поддерживает, и наша компания как издательство, как площадка. По итогу встречи с руководством университета было принято решение, что в текущий момент центр трансфера знаний попробует отработать инициативу на направлении математики. Также представитель компании IPR Media рассказала о том, что в их организации создано сетевое партнерство университетов-экспортеров. У Казанского федерального университета есть очень интересные свои проекты по русскому как иностранному. Договорились о том, что состоится еще дополнительная встреча, где мы можем рассмотреть возможность вот этого партнерства, да, как сильного партнера, у которого более 6000 студентов, для того, чтобы Казанский федеральный университет мог делиться тоже в том числе своими кейсами, предлагать свои продукты для наших других университетов. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В IT-парке проходит заключительный этап Республиканской олимпиады Кулибина 21 века. С какими проектами приехали юные изобретатели, смотрите в сюжете. Сегодня школьники могут не только играть в компьютер, но и собрать собственный. Некоторые юные кулибины 21 века даже успели получить патент на свои разработки. Вместе с научным руководителем, аспирантом Казанского университета, Артур Камалов работает над 3D-сканером. Воспользоваться разработкой можно будет как для решения бытовых проблем, так и для проектирования новых моделей. Есть какая-то вещь, и такую же хочется. Вы ее сканируете и печатаете у себя дома на 3D-принтере своем, если, конечно, он у вас есть. И это, я как думаю, поднимет интерес к 3D-моделированию самому, потому что скопируйтесь, конечно, хорошо, но хочется что-то свое добавить. Участниками 14-й олимпиады стали 80 школьников из 19 муниципальных образований Республики Татарстан в возрасте от 6 до 18 лет. Будут выступать где-то 5 минут, и 2-3 минуты мы даем на вопросы. У нас есть предмет такой, как оппонирование, то есть дети могут друг другу задать вопросы. Причем эти вопросы они должны задавать не так, чтобы затопить друг друга, а чтобы можно было раскрыть лучше саму работу. Для многих этот конкурс – шаг на пути к научной карьере. В июле 7 победителей представят свои изобретения в Госдуме от Республики Татарстан. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Письма с кровью и грязью. В каких условиях их писали солдаты Первой мировой войны? В преддверии Дня Чувашской республики мы решили поделиться догадками и тайнами об одной из коллекций в фонде университетской библиотеки. Подробности расскажем в сюжете. 24 июня в России мы отмечаем День Чувашской Республики. Официально он был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. Мы узнали, что в отделе рукописи и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета хранится уникальная коллекция писем солдат Первой мировой войны на чувашском языке.
Поэтому вместе с вами у нас представляется уникальная возможность поподробнее их рассмотреть и изучить. Шестимиллионное библиотечное собрание Казанского федерального университета включает в свой состав более 35 тысяч рукописей 11-21 веков на различных языках. Среди них в отделе рукописи редких книг хранится крупная коллекция солдатских писем с разных фронтов из госпиталей и лагерей военнопленных за 1914-1917 года. В составе этого фонда находятся также и письма родных, отправленные в воинские части и сохраненные вернувшимися солдатами с фронта. Объем коллекции весьма значительный. Более 3000 писем и открыток. Нужно сказать, что большинство писем было собрано с конвертами, и на них были указаны конкретные адреса и имена получателей. И такая особенность, большинство этих писем было адресовано в Тетюшский уезд Казанской губернии. Ну и сейчас мы можем предположить, что это, конечно, было связано с процессом формирования коллекции. Солдатские письма поступили в библиотеку из Фонда общества археологии и истории этнографии при Казанском университете. Члены этого общества собирали многочисленные коллекции, отображающие историю Среднего Поволжья и страны в целом. Начало Первой мировой войны вызвало патриотический подъем в российском обществе и способствовало особому отношению к начавшейся войне. Поэтому не случайно, что в протоколе общего собрания общества археологии и истории этнографии от 15 декабря 1914 года указывалось образовать при музее общества особый отдел для хранения газет, журналов, книг, картин, фотографий, карикатур и разного рода предметов, относящихся к современной войне. Однако первоначально солдатские письма не планировалось собирать, и заинтересовались ими члены общества позднее. Вообще затяжной характер Первой мировой войны, понимание вклада российского солдата, его подвига, героизма, понимание вот этого ежедневного вклада привели к тому, что начали собирать и формировать эту коллекцию. 13 декабря 1916 года в повестке чрезвычайного общего заседания общества вторым пунктом значился доклад действительного члена Императорского русского географического общества Елены Владимировны Малостволовой о солдатских письмах. Будучи представительницей богатейшего рода казанских дворян, которым принадлежало имение в Долгой Поляне Тетюшского уезда, Елена Владимировна смогла сформировать коллекцию солдатских писем в эти годы. На многих письмах без конвертов в верхнем правом углу есть краткое обозначение карандашом населенных пунктов Тетюшского уезда, из которых, вероятно, ей передавали эти письма. Вскоре книги и рукописи общества археологии и истории этнографии передали в научную библиотеку Татарской республики при Казанском университете. Среди материалов была и коллекция писем солдат Первой мировой войны. Конечно, большое количество писем было написано на русском языке, но и сохранились письма, написанные на чувашском языке. Нужно сказать, что письма на чувашском языке в первую очередь символизируют вот многонациональный состав Тетюшского уезда Казанской губернии. А что интересно, создатель азбуки на чувашском языке Иван Яковлевич Яковлев родился тоже в Тетюшском уезде Казанской губернии. Ну и сама Малостволова, которая занималась сбором и подбором, формированием коллекции, она жила, у нее была усадьба в Тетюшском уезде Казанской губернии, и мы можем предположить, что более теплые связи были с деревнями, где проживали чуваши, и, возможно, это послужило вот таким значимым фактором при подборе и формировании сбора вот писем на чувашском языке. Когда мы смотрим на письма, написанные на чувашском языке, нужно сказать, что они все написаны на кириллице с использованием диакритических знаков, которые помогают нам понять чувашский язык. Здесь используются как русские слова, татарские, конечно, на чувашском языке преобладает. Нужно сказать, что писали у кого как складывалось обстоятельство. У кого-то была возможность писать чернилами, кто-то писал карандашом. Мы смотрим разные собрания, их большое количество в отделе рукописи редких книг. Вот здесь вот такое вот, можно обратить внимание, загрязнение. Ну и что? Можем предположить, что солдат писал в окопе. Ну или, например, мы открываем вот это письмо, и здесь как будто бы кровью, как будто бы солдат был с ранением, и в минуты битвы писал это письмо, вот обратите внимание, чернилами, да, вот здесь вот идет такая полоса. Большое число солдатских посланий написано на печатных шаблонах, текст которых должен был отразить традиционные ценности общественного сознания в соответствии с представлениями того времени. Тексты утверждались военной цензурой, издавались частными типографиями в различном оформлении. Илья Андреев, Андрей Багаудинов, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!